Она была моим лекарством от этой жизни. Я был счастлив утопать в ее чарующем образе. Наблюдать за ней по вечерам, слушая, как она провела день, чувствовать ее дурманящий запах. И ощущать ее шелковые трусики между пальцев. Она буквально вытягивала меня из рутины. Мне позвонили и сказали, что ее больше нет. Я было подумал, что это чья-то злая шутка, и минут пять стоял и ничего не делал. А потом начал звонить на телефон. Абонент временно недоступен. Слышал я, набирая в десятый раз подряд. Все происходящее дальше, как в тумане. После похорон я еще неделю убеждал себя, что все это жуткий сон. А потом еще несколько месяцев просыпался каждое утро. Мне на мгновение становилось хорошо. В это время я думал, что наконец проснулся и слышу, как она собирается на работу. Но в следующую секунду мой мир вновь рушился. Я никогда раньше не понимал, как можно в здравом уме лишить себя жизни. А теперь я начал искать смерть. Нет, я не пытался повеситься или спрыгнуть. Я просто перестал беречь себя. Снял защитный купол и просто побрел по шоссе с несущимися мимо человека машинами. В надежде, что одна из них расшибет меня в лепешку. Я думал, что после смерти я встречу ее. Думал, что мы вместе уже бывали в прошлых жизнях, и что будем вместе в следующих. И вот, я уже мчусь на полной скорости по горной дороге.
Мы уже давно превратились в свиней. Только делаем, что жрем, срем и ржем. Общество безостановочного потребления. Каждый раз, смотря в зеркало, задумайся, что останется после того, как тебя схватит инфаркт от очередного бургера и порции жареной картошки. Ты. Да, именно ты, тот, который не знает, что такое урна, который выкидывает мусор в лесу, который выбрасывает пустые банки из-под пивка в реку, с которой потом же и пьет. Который выливает тонны отходов в моря и океаны и загрязняет воздух продуктами сгорания. Тот, который думает, что никому ничем не обязан, и за него кто-то должен все сделать. Тот, который сидит сутками перед телевизором или другим монитором и потребляет тонны дерьма, которые выливает на него СМИ и прочие новомодные каналы информации. Покупай, продавай, жри, покупай, выкидывай, сри, жри, трать, сри, жри. Выкидывай. Не думай. Сри.